Йоу. Всем привет. Всем привет. Ну, короче, сегодня посмотрим обновление. Это 11 августа. И что там? КСО добавили. А мы добавили много чего интересного. Давайте взглянем на это дело. Давайте, давайте. Так. Набор... для Совершенство обновления. Аукцион класса. Да, что это значит? Это мод... Значит что? Модули, что ли? Нет, добавили классы на аукцион. Персонажи? Поход на то. Подожди, так. ты в шоке? Правда? Можно предварительно посмотреть классы. Да, прикинь. Я в шоке. То есть можно за пробег продавать классы? Что ты по этому поводу думаешь? Это очень круто но играть я все Ладно. равно не буду. Поехали. дальше. Ладно, хорошо Так, события аукционного модуля. Ой, мель. Но это как обычный аукцион. Он его опять продлевает. Да. Так, ничего нового нет. Так, темварка. Ну это завоевание зомби. Вот как раз новый режим. Как раз поиграем на стриме. На стримах. Мы уже посмотрели геймплей. Мы смотрели геймплей или нет? Да, 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 смотрели. Ну. Так, ну вот, смотри предыдущее видео, да, если что там 20... все есть. Разбирали. Да, смотри, там на там б... баллы можно собрать даже. Ну, ивент, да, какой-то бонус. 200 аккумуляторов каких-то. Так. В... Битва за завоевание зомби. Награды. 60 минут игрового времени. Ну, да. Одна факт коробка факт. наградных событий. Ну, это там ничего об... особенного. Ну, ничего было. интересного, да, согласен. Так. А, стой, вот здесь есть. Ну, а шифровщик Декондеры? класса Редкий, 3, да. Редкий, три, да. Опять это надо... мусор выпадет. Да-да-да, в это надо поиграть. Надо. Не, не надо. Все заманили Не тебя. надо, не надо. Что это? Новый персонаж. Бессмертный... Бессмертный Эрик. Слушай. Улыбнись, Мэри. Улыбнись, Мэри. Как будто, знаешь, это из Лего uh, Легенд. Бэнк-бэнк, вот это вот Слушай, на телефоне, которое... Блин, надо поиграть, люди очень просили бэнк-бэнк. Пацаны, ставьте лайк, пишите, в комментариях, хочу бэнк-бэнк, чтобы вы поиграли стрим быстро. Ну, шансы, как Всё. обычно, Держи ниже... Ниже зарекомендованных. Не, 0.5 здесь, а по-настоящему там... 0.0... где-то так. Ну да, или просто там гарантированно. Или гарантированно не дают они? Не знаю. Нет, наверное. Ну там может гарантированно то, что то Это у нас трансгендерный класс КТ-шников. Пожиратель смерти. Парное оружие. Пожиратель смерти. Ну и Кринж. О, восстанавливает хп, слушай. На ценах неплохо. Ничего страшного. Так, чего у нас там? Дальше у нас. Тип класса. Смайл Мэри. Кризис, так что там одна из... А это кто? А, это Blaon. террорист, террорист это. Да, террористы. она уже тоже. Ну тоже. это Какая-то коса смерти, непонятная. Да, эти персонажи будут гарантированы, кстати. Ну 150, да, 150, да, 300 он. Так, что. Друзья, а как, типа, 150 э, задонать еще, да? Ну, я. Типа. КТшник выпадет этот. Да, возможно. Ну, ладно. Так, дальше. Шлем героя Эрика. Ну, обычный. О, обычный, вот эта кубка, кстати, прикольная. Опять Майнкрафт. Так, новая медаль. Ну, медаль, да. Какая-то некрасивая. Фу. Так, памятное трехстороннее событие обновления класса трансгендеров. Ну, опять ивенты. Не знаю, что это такое, посмотрим потом в игре. Так, продвижение посещения. Ну, это то же самое. Ивенты, да. Изменение магазина. Скидка 10% будет. Потом 3%, Шедрость. 5%. Ну, то же самое, как обычно. Да, ничего. Лопата много. будет продаваться за 40 тысяч баллов. Ну, выгодно, берить. Ладно. Копать. Так, ну и все. Фиксы, да. Пошли тогда посмотрим. Ну, да, глянем, что тут вообще с переводом, конкретно. Так, события Южная Корея. 11 августа добавлен классовый вот. аукцион. Да, аукцион добавлен. Также добавлены классу. два персонажа: Бессмертный Эрик и Смайл Мэри. Смайл лучше Смешная Мэри. Да. Вот. И также обновились сцены Интересный. на декодере классов. Из декодеров да. были удалены: Изабель, Джерард, Дэвид Блэк и Айрин. Ну, все наверное, любить, с приходом просто. вот этих вот двух персонажей. Да, скорее всего. Также добавлен новый режим. Ну да, это бета, вот это лак. Ну и все, в принципе. Да. Ну, из интересного, наверное, только аукцион. Пишите в комментариях, короче, хотите, чтобы мы поиграли в Библию Легенд. Вот лайки и комментарии. Ждем вас. Всем пока. Все, антихейп.